64 человека до сих пор не могут вылететь из Тюмени в Москву. Часть из них ждет своего рейса больше суток. Коллапс в аэропорту Рощино начался еще вчера. На борту Боинга 737 во время разгона сработал датчик пожарной сигнализации. Пилоты, как и положено в такой ситуации, прервали взлет. Пассажиров заселили в гостиницу, а самолет поставили на осмотр. Сегодня в 7:10 утра Тюмень смогли покинуть те, для кого Москва была не конечным пунктом назначения. У людей стыковочные билеты до Краснодара, Махачкалы, Милана. Тем, кому места на борту не хватило, вновь отправили в гостиницу. Сказали, что те, кто не успеет зарегистрироваться на рейс 450, зарегистрируются на аэрофлотовский рейс, который 40 минутами позже уходил. Но окна для регистрации не организовали. В результате на этот рейс был зарегистрирован всего один пассажир. И борт ушел полупустой. Никому нет дела. Авиакомпания «Победа» сообщает, что рейс с оставшимися пассажирами отправят в Москву, как только комиссия полностью проверит исправность самолета. Предварительное время вылета – 18 часов.